Че за Два хуйня? года прошло. Ебать, мы 2 года не снимали, что ли? Да. Кстати, там, блин, надо тебе обучение было пройти. Да похуй. Будем Ладно. учиться по пути. Я сейчас посмотрю, как ты побегаешь по ночи. Я что-то вспоминаю этот The Walking Dead первый сезон, когда он тоже убегал, и его тип координировал по рации. Да, я тоже, только я сейчас это, в виде божества пока что. Да. Я нахожусь в ежечасном контакте с президентом. Че, Бесполетная видишь, зона хватит продолжит. сидеть телевизор, уже с ума сходишь. Да, у меня уже красный текст пошел на А. экран. Блядь, включи! Мацараю хочу. Ой, кстати, мы чуть не забыли. Я клоун. Я знаю. Извини. Нам нужно перебежать весь город как-то по кустам вот до сюда, вот до пляжа. Это наша первая задача. И потом медленненько, спокойненько мы идем по пляжику, даже не обращая внимания на что, только там ходячий иногда будет появляться. Все, Нихуя себе! Погнали нахуй отсюда. вот они, домики. Где какие домики? Справа будет наш домик. А, я вижу. Самые первые, что ли? Да, вот это справа наш будет. Так, и где Смотри. мне? Вестпойнт, Мордовия, Смотри. Ривервуль. Риверсайд очень далеко от интересных точек, но полегче. Вестпойнт, куда мы сейчас пойдем, А, ебать, является... ты за меня уже решил, да, блядь? Да, Ладно, пошли Вестпойнт. Вестпойнт. Да, далее нажимай. И Так. теперь воображение Охуеть. идет в дело. Создавал И не было я... А перечка. есть стриптизер? А нет. Блять. Так, я люблю Майнкрафт. Строителем хочешь Поэтому... быть? Я буду строителем, нахуй. Бесполезное дерьмо. Ебать. На самом деле, знаешь, какой ты можешь взять? Ты можешь взять, не помню, как он тут называется, Во, который... ремонтник нормально. Ты можешь... Нет, ты можешь, знаешь, что сделать? Ты можешь взять полицейского. У него там вроде как... Или рейнджера. Смотри, короче, как ты... Как у тебя игра? Как ты хочешь, представляешь, как ты будешь играть? Бегать, хуярить всех и убегать, потому что мало хп. Тут не существует мало хп. Тут либо ты убегаешь, либо ты дерешься. Если ты... Ну, тебя укусили, то все. Ты знаешь, типа, одна тычка, один труп. Вот так же и ты. Смотри, каким ты хочешь быть? Так, я демон скорости, бодрый. Демон скорости, кстати, его не добавляешь. Быстро Потому что он у меня есть. обучаемый, быстро обучаем. О, ебать, травник. Травник. Да похуй. Осталось очков минус 18 с кайфом. А теперь ты добавляй дебафа. А, понятно, как это работает. Да, а ты что думал? Я, пожалуй, все уберу нахуй, в ноль выйду. Нет, тут нужно начать игру. А, ебать. Где? У меня еще нет. У меня грузится. Я уже загрузился. 529 карт, ой, частиц карт. Это ваша история смерти. Кстати, там, блин, надо тебе обучение было пройти. Да похуй. Будем учиться по пути. Ты ж в реале не будешь. Ой, за зомбари, подождите, блядь, я обучение не прошел. Сейчас, блядь. Ну тогда ты Начать. будешь очень много умирать. Мне впервые, что ли? Это плохо в игре. Ай, лагает-то как? Ёб твою мать. Передвижение, так. Бой. Левый контр. Что, блядь? Что за управление? Левый контр? А, я понял. Настроение, управление. Здоровье. Ну, в принципе... А ты рядом со мной сейчас, нет? Сейчас посмотрю. А как этот ебаный учебник закрыть? О, да, я тебя вижу. Не Нет, умирайте. мы не рядом. С кайфом, блядь. Как Сейчас, закрыть? погоди. Меня сейчас другое А, интересует. я увидел. О, я слышу пацанов, они хотят со мной поиграть. Все нормально, все, я проверил, все сбросил.
Мне пизда. Ко мне уже рвутся. Ананас свежий, как... Ой, все, я умер, давай. Ну, в общем, как-то сам. А где ты, блядь? Я просто смотри на карту и... Это... Я посмотрю на карту, я рядом с тобой. И где ты? Я на парковке, я уже из дома съебался. Да я прям на улице стою. Так я тоже. Фак, я забыл. Так, ты где? Иди, короче, сразу напротив моего дома, тут парковка ебучая есть. Ты ух, еб твою мать. Да ты меня не видишь, я в админке пока что, я надо пускать с автоматом. Ну сейчас посмотрю, как ты побегаешь, получишь. Короче, смотри, бессмысленно, они запоминают, где ты был последний раз. Тебе нужно уходить через лес, через кусты. Там дофига зомбарей, туда вообще не... Я... Ух ты, блядь. Да я еще хату свою не облутал. Да, на нее забудь, про нее забудь, Блядь, я хотел Xbox свой забрать. Разъем. Забудь про нее, говорю. Самое главное сейчас задача свалить через лес. Там тоже зомбари, на правых мышцах ты можешь смотреть далеко. Я что-то вспоминаю этот The Walking Dead первый сезон, когда он тоже убегал и его тип координировал по рации. Да, да, я тоже, только я сейчас в виде божества пока что. Да, да, да. Я тебе помогу. А ты же наблюдаешь сейчас за мной, да? Да, я тут половину одного зомбаря убил, который был очень близко с тобой. Пока что я тебя не вижу. Опа, я вижу одного. Второго. Ебать, у него дробаш нахуй. А тут можно палку с... А? Куда ты вышел? Куда ты? Блять! Обратно! Обратно в лес. Блин. Я лесник, все, блять. Опа. Здорово. Иди через кусты, не бегай. Просто иди медленно через кусты. Там с другой стороны зомбари тоже, в курсе, да? Охуенно. Было бы еще что-нибудь видно. Было бы вообще ну, заебись. Те листва загораживают обзор. Блять, была пушка какая-нибудь, что ли? Ты понимаешь, у меня в хате был ананас. Я хотел забрать ананас. Ёб твою мать. Так, ты где вообще? Куда ты вышел? Я тебя потерял в этом лесу. А, я быстрее тебя выбежал. Блять! Так, где но ты? Я выбежал. Да, хорош, выбежал туда, где дофига зомбарей. А я чё, знаю, куда бежать. Короче, знаешь, что я сейчас сделал? Это, блядь. Но мы будем что-нибудь делать? Ты меня видишь? Нет. Бабка стоит какая-то. А я просто кругами хожу за мной зомбари, блядь. Ну пока что кругами ходи, да? А, я дурак, я вспомнил. А, настройки. Вот. Все, видишь меня? Нет. Я за тебя, если что. А, это ты? Да. Давай, иди, я задержу. Блять, как дверь открыть? Дверь закрыта. Понимаешь, да? Иди через кусты, в кусты со мной в кусты. Подожди. Я со хочу. В кусты. Да как ты? Ну, ладно. Пианино, блин, давай, заходи в кусты и медленно иди. Вон, я тебя вижу, да, иди в кусты. Просто нужно сейчас сначала их потерять. Ты вставай сюда на корточки. А как на корточки стоять? Ух ты, блядь. На С. Подожди, я еще в кустах и... Так, на С, я на картонах, все, да.
Я еще не вышел. Я на напротив фонаря. Ты у черной машины стань просто и все. Где, блядь? Черная машина. У меня экран темный, подожди. Какая черная машина? На парковке. У меня зависло, подожди. Во. Ух ты, блядь. Подожди, так ты еще в этих кустах или нет? Я вышел с кустов. Охуенно, давай что-нибудь вместе делать тогда. Ну я вышел с кустов, тебе сказал, выходи сейчас в кусты, и ты вообще куда-то ушел. Сука, все везде закрыто, ёпта мать. Парковка, а где парковка? Я опять потерялся, подожди. Господи, ты пьёшь. А, так вот ты, блядь, что ты мне говоришь, исчез. И где ты? В кусты спрятался, сейчас. Что ли? Нет, я сейчас в админе, я чекаю консоль. Ой, он бежит за мной. Какой шанс один на один дать пизды зомби? Ну, уже не один на один. О, я в церковь зашел. И я уже решил выйти. Я... Ух, бля, все. До связи, короче. Это дом божий, блядь. Блядь, был бы хоть пистолет какой-нибудь, ебаный в рот. Я на парковке. Да, да, я пока что смотрю. А как машину завести? Никак, у меня я понял. Ключей. А, ты, короче, убрал эту хуйню, да? Нет, они изначально. Сука. Так, а как драться? На какую кнопку? Кнопку мыши и левую кнопку мыши, ты их отталкиваешь, пробьёт и бьёшь ногой. Бить надо в голову. Это узер. У меня легким пизда, по-моему. Умеренное, да, напряжение, вялость. И бога, потому что. Незначительный перегрев. Все, я в кусты, короче, спрятался. Ты жмал. На чё я жмакал? Да, это жмакнул случайно. То, что. Ух ты, блять, они меня нашли! Блять, надо где-нибудь засесть. Надо такое вот безопасное место. Так, я сейчас тебе тэпнусь, погоди. А я не могу тэпнуть? А обыскать труп нельзя? А? Труп, ух ты, блять, обыскать нельзя? Можно. Так, ну я уже своего первого зомби прикончил. Я хавать хочу, я могу зомби сожрать? Нет. Так, второй тоже прикончил. И как их обыскать? Там справа сверху какая-то хуйня. Подсвечиваться, типа? Да. Но оно не подсвечивается. Ладно. Так, ну двоих я уже отметелил. Так, сесть на землю. Чуть передохнем.
Так, передохнули. Блядь, там что-то дерево трясется. Блядь. Там борщ стоит, я туда хочу. А как инвентарь открыть? Ага. Инвентарь. О, у меня есть ананас. Котлета. Есть. Ананас, ананас, ананас ему поебать. Так, ну я похавал, теперь мне надо что-нибудь попить. Слушай, а если топор намутить, можно двери вскрывать? Нет, ты можешь их и так открывать, если что. Как? Просто они заперты и снаружи, и ты должен открыть окно на Е, зажать Е, если окно откроется, залезешь. Не открываю. О, открыл! Это охуенно. Так, теперь холодос. Ручка, пластик, журнал, губка, бумажный пакет. Это, по-моему, нихуя. О, соленья. У меня другой вопрос. А что такое ВЗЗТ? Это ты или чё? Лосось, свежая, приготовленная. Оранжевая тарелка, миска. Кухонные щипцы, чайник. БЗТ. Это ты пишешь? Сардины, ебать, там томатная паста. Да я тут, блядь, затарюсь, как этот. Банка газировки. Пластиковый стаканчик тоже заберем. Блядь, не видно еще ничего, сука. А, это телек, нихера себе. Громкость, как его выключить? Выключить. Все, заебись. Я, короче, себе дом нашел. Я буду теперь выживать нахуй в нем. Кровать, одежда. Все есть, ништяк. Взять футболку. Че у нас в шкафу интересного? CD, банка томатов. Красные трусы с рюшками. С рюшами. Поясная сумка, это хорошо. Электрогитара, ее можно использовать как оружие? Андрей. Я замучился случайно. Да, можно взять в основную руку, ты нажимаешь. Угу. Так, сейчас, подожди. Электрогитара, как в шкаф добавить, взять в обе руки. Взять в основную руку. Это... Ух ты, блядь! А, ты нахуй меня так пугаешь, слышь? Сейчас тут тоже приоденусь. Так, итого, у меня есть похавать и попить. Надо, кстати, попить. Попить пластиковый стаканчик. Часы находил? Нет, я нашел поясную сумку. Ладно, пошли отсюда. Подожди, надеть на живот. Мне надо попить. Подожди, я пока тут все найду. Ну, стакан попить. А, подожди, у меня есть связка ключей от... Блять, от дома моего. О, банка газировки надо. Половину. Сухость во рту, легкая жажда, все равно. Скотина. Можно хелп, можно хелп. Так, я сказал, подожди меня, я теперь даже не знаю где-то, а вот где. Спасибо, блядь. Это рок-н-ролл, детка. Ой, блядь, укусил меня, сука.
Я сейчас тоже походу покусаю, да, меня уже царапнули. Царапина. Блять, сука, да умри ты. От кулаков, по-моему, больше проку. Незначительное кровотечение. Теряйте здоровье, пока не перевяжетесь. Незначительный перегрев. Ай, блядь. Давай на них, чтобы они не смогли встать, окусили. Да, блядь. А, не, у меня нормально, у меня одежда засейвала. У тебя что там? У меня. Сейчас, погоди, стой, подойди ко мне, я сейчас тебя посмотрю. У тебя укус. Так, панель здоровья. У меня укус, это кровотечение, все, заражение. Я тебя съесть могу потом? Да. Да? Да. Да, я тебя съем потом. Все. Нет, тут немножко тяжелее, поэтому тебе нужно было обучение пройти. Но, короче, сейчас демку запущу. Ты меня не сможешь убить, я отключил бы. Охуенно. Потому что тут очень тупо оружие работает. Дерево, вот. Нужно переместить ее вниз. Все. У нас 18. Вот. Сейчас, погоди, мне нужно посмотреть расписание телевидения. Расписание передач. Роджик Забой. Короче, по телепередаче это имба. У нас первый день идет. Сейчас сколько времени? Не знаю. 18 часов рыбалка, сейчас рыбалка должна идти. Просто стой, сядь на землю. Да, я что сделал? Я понимаю, как никто другой, все сложности, которые лежат, но я ничуть не сомневаюсь в том, что наши лучшие специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний найдут корень этой проблемы. Я ничуть не сомневаюсь в ваших военнослужащих, в том, что они выполнят свои поручения. И в том, что... Через телек Лора объясняется. Что генерал МакГрю направит их, который он доказал многочисленное количество раз во время своей образцовой карьеры. Мы переживаем настоящее бедствие, Америка, но вы в надежных руках. Спасибо. Это произошло сразу после заявления генерала Джона МакГрю на границе зоны происшествия. Ходит множество слухов, преобладающее количество из которых ложь. Это призыв сохраняет спокойствие. Я официально подтверждаю, заражение существует. Источник недуга пока что не опознан. Сам по себе недуг похож на простуду. Он приводит к панике и к замешательству. Но нет никаких доказательств летального исхода в зоне отчуждения. Ну да, блядь. Мы используем рассудительную и законную силу для сдерживания периметра. Были произведены предупредительные выстрелы в голову, блядь. Ни один гражданский не пострадал. Ну да, там уже от гражданских ничего не осталось. Мы должны быть уверены, что эта информация не несет распространения инфекции. Я нахожусь в ежечасном контакте с президентом. Бесполетная зона продолжит... Да, у меня уже красный текст пошел на экран. Блядь, включи! Мацараю хочу. Ой, кстати, мы чуть не сгорели в курсе. Почему? Я забыл плиту выключить. А, красава. А, подожди, плита работает? Да. Включи мне плиту, я хочу пожарить этот. Ну, закинь туда что надо пожарить. А, у тебя есть? О, погоди, у тебя у есть меня... кастрюля? У меня кастрюля или... Сейчас, подожди. Простыня, томатная паста. Нет, у меня нету, но у меня есть котлета свежая. Ну, ты можешь ее разогреть так. Но вообще лучше готовить на сковородке, есть очень готовка сильная в игре развита. А как готовить-то? Настройки или что? Готовку пока что потом буду объяснять. Ну просто закинь туда котлеты, она разогреется. И чё? Ну тебя жди, видишь, она красненьким начинает. Готовится, да, вижу. Видишь? Да. Здесь, короче, знаешь, какая классная готовка, почему типа арсивом грибникам? Ты находишь сковородку и ножик.
И начинаешь нарезать грибы, ветчину, свинину, закидываешь это в сковородку и закидываешь потом, греешь это все, готовишь. Очень классно здесь готовка сделана. Если из говна и палок, говорю, можно сделать... Да, из говна и палок можно сделать прям такое, воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Следи за котлетой, потом выключи сковороду, фу, эту плиту. Да-да. Я пока что умоюсь. Стирай всю одежду. Тревога, что-то не так. А я сразу с унитаза могу попить? Да. А, не, ништяк. Я, у меня как раз ушняк. А эмоционально это никакую хуйню не несет за собой? Нет. Если ты готовишь крысу или таракана, то да, там грусть появляется. Чего-то. И ты эту грусть можешь перебить антидепрессантами, или бы же читать из журнала. А потом по-любому и этот, как его. Так, ну я вроде вырубил. Нет, она у тебя работает. Вот, теперь вырубил. Так, у нас первый день. У меня нету часов с будильником, поэтому мы можем переждать здесь. Я бы вообще сгонял до соседнего дома, я еще зря за него дрался. Я хочу в свой дом, блядь. Там по-любому что-нибудь-то лежит. Так как я коп, у меня там должен быть ствол. Да, кстати, у тебя есть шанс появиться в полицейском участке. В моем доме очень много было кухонных приспособлений. Ой, слушай, а мы редкий ивент поймали. В курсе? Какой? Приди ко мне, соседний дом, там заключенные. Блять. Без беда. В дом справа, который, да? Да. Иди ко мне, просто ждем, пока не сломает дверь. Или вообще, знаешь что? Ищи окно. Я уже нашел. Я просто черный. Понятно. Мы там сейчас можем появить. Ебать. Че, ты открыл? Да, тут тип вывалился. С бабками, походу. Нет, он не с бабками. Я сейчас его запинаю, погоди, я пинаю его. Просто дай ему упасть. Это самый легкий способ один на один драться. Ну, упади ты, все. Не дуби, все. Так, кроссовки, тюремный комбинезон, носовки. Вот там тип, а я сзади в крысу могу залезть? Да, только лучше говорю им, пинать его. Там их двое, если что. Я одного беру. В голову целься. Ключ от дома нашел. Блять, по-моему, когда я ногами его запинывал, было бы быстрее, блять. Брифы, бумажник, одеколон. Блять, можно мне что-нибудь существенное? Да, вилка, рюкзак. Вилка, блять. Это мне надо. Так, надень синенький рюкзак. Закрой дверь, а? Не, надень синенький рюкзак. Как? Взять. Спортивная взять сумка. Пояс, блять. Сейчас, взять спортивная сумка. Да. Сейчас, подожди. Да, пояс на спину. Да я взять его не могу почему-то. Во. Теперь... Что-то у них на столе вкусное лежит. Так, взять... В смысле? А, повесить на спину, вот, есть. Так, тут что интересного? Магический лес, серия 2 я забираю, журнал забираю. Сейчас, погоди, я тут и бейсбол, во-первых, нашел, это хорошо. Барабанная палочка, электрогитара. Ну, короче, блядь, я собираю себе коллекцию. У меня есть красная, теперь белая. Сейчас, погоди. Хочешь рофл? Ну. Сейчас. Коробка патронов, 44 магнум, пистолет. Бандана. Смотри. Сейчас.
Я клоун. Я знаю. Именно с этого и начнется. Ебать, я... Тут два пистолета. Слушай, не стреляй. Механический будильник. Будильник надо один забрать. А, смотри, я скидываю тебе пистолет. Одну коробку с этими. Так. Ну, у нас даже на нем магазина, кстати, нет. У меня есть магазин, у меня есть магазин. Да? Да. Давай. Так, а как, если я выкину, он разделится, да? Нет. Ой, там... я сразу два выкинул, дай мне один. У меня есть один. Дай мне его. Погоди, или нет у меня его. Пистолет. Взять штуку, вот, я забрал один. Теперь у меня пистолет, магазин и две коробки с патронами. Магазин один? Да. Давай сюда магазин. Так, у меня один. Ну, так и пока что тебе не доверяю стрелять. Да так нечестно. У тебя есть гитара. Я могу тебе еще одну дать. У тебя две гитары? Да. Ты все это время молчал. Так я же при тебе сказал, вот, я буду собирать коллекцию гитар. Красная есть и белая есть. Короче, ладно. Ну ладно, на, я тебе доверяю, я тебе отдаю сразу магазин и коробку с патронами. Какие 44 мага... О, слушай, да, на него подходит. Да, вот. У меня есть еще вилка. А журнал я почитать могу? Читать. Там были голые телки. Так, ВХС, это что такое? Развлечение. Нормально. Не, бля, прикольная игра, мне нравится. Чуть-чуть, да, непонятно из-за интерфейса. Но пойдет. Так, а это что лежит? Ломтики хлеба, ништяк. Домой, блядь. Слушай, а давай то здание сделал. Пинцет, макияж для лица. Нормально. Давай тот дом первоначальный, который был, сделаем базу основную. Нет, у меня есть другое место для базы. О, бери, да? Две кастрюли, бери. Просто в инвентарь себе кидай, консервный нож. А, я не могу почему-то. А, там и пол, нажми, вот, видишь справа, где все лежит. Сейчас, подожди. Торговать. Я нашел оружие, наконец-то. А, лопатка, чайник, я чайник забираю, противень для маффинов забираю, жаровню, кастрюлю. Я, короче, у нас повар буду. Сковорода, гриль, блядь. Жаровня, сковорода, гриль, я себе заберу. Как лопата. Холодос, кухонное полотенце, ну, думаю, для тряпок. Для тряпок. Курица, вот, острый соус, сыр, томат. Мороженое будешь? Давай. Сейчас-то пожрём. Блять, я из туалета забыл попить, подожди. Да и за окно можешь попить. А, блять. А чё мне тревога-то? У меня тоже. А окно открыто, потому что, походу. Да. Нет, странно, я похавал. Нож для хлеба я забираю. И сейчас умоюсь. Надо попить. У меня заволнованность. Легкий голод. Очень большая нагрузка. Да, большая нагрузка, это я знаю. Умеренная жажда. Я говорю, нам надо сделать базу. Чтобы там... Выживание в открытой местности. Слушай, у нас хорошие новости. Короче, так вот делаем. Так, я делал. У меня тоже сейчас перегруз будет, поэтому нормально. Так. Кастрюля супа. Забрать нахуй. А, подожди, а я сразу... Так, консервные... Как консервированная болоньеза. Я хз, что это? Я хочу попить. Так, ну это я сделал. Теперь я хочу пожрать борщ или суп. Ешь. А тут можно типа стенку отмыть от крови, там что-нибудь такое? Забери, пожалуйста, как кастрюлю супа. Спагетти. Тебе места, что ли, нету?
Ты бы, блядь, видел, что у меня просто в инвентаре. Сколько у тебя килограмм? Где это посмотреть? Нажми на основной инвентарь, не сумка. 21 из 12. Ага, я понял. А, так это все в основном инвентаре. Да, это как-то перемести в этот. Так, давай, весь хавчик у меня будет в сумке. Так, жаровня. Ну, короче, все, что связано с едой, у меня будет в сумке на спине. У меня все, что связано с книгами, будет у меня тут. Книги, книги — это наш единственный способ выжить. Так, вилку тоже. Курица свежая. Нам надо, кстати, очень сейчас будет быстро все этот, как его, надеть. Ломтики хлеба. Нам надо, кстати, очень много чего пожарить. Ты зачем всю еду берешь? Еда у тебя очень много весит. Мы пока что не такие голодные, дети. Ну, блядь, знаешь. Еда — это самое необходимое, в принципе. У меня только 8 килограмм еды я скинул, подожди. У меня еще хер знает сядь сколько. Ко мне. Соленье, сыр, сядь ко мне. Томат. Сядь ко мне. Сейчас, короче, мы должны просто... мне нужно... Знаешь что? Че? Механический будильник, мне нужно завести его. Настройки будильника. На 6, на 5. А почему я пистолет в поясную сумку положить не могу? Потому что поясная сумка на 1 килограмм, а пистолет весит 5. Или сколько-то. А, нихуя. Ну, тогда... Сейчас мы досмотрим вот это, досмотрим и ляжем спать. Но у меня встревожено все равно. Да, нам надо поспать, надо посмотреть. А, у меня-то понятно, почему встревожено. Потому что я заразился, да, заражение. Тряпка стерильная. Стерильная тряпка, сейчас исправим. Не надо. А, кстати, еще у меня здесь мод стоит на большее количество оружия. Вот это хорошо. Да. У меня мод стоит на то, что можно разбирать старые гнилые машины. И мод на крафт самого крутого оружия в игре. Да, кстати, я заметил то, что тут даже двери разобрать можно. А чё это за музыка здесь, такая резкая? Это тяпнул кулинарию. Да. Да, видишь, кулинария. Да. А, короче, в игре так и апается строительство. Ты просто заходишь в дом, берешь... И разбираешь его. Да, и просто его разбираешь под ноль. Даже диван вот этот, который рядом со мной... Да, я видел. Собрать его и утащить себе на базу. Так, когда у нас следующая кулинария? 12 часов строительства, это мне надо. Так, ладно, я пока... Понял? Чё, мы этот дом за основной берем или как? Пока что да, пока что время. Сейчас, да. Давай я... Суп приготовлю, подожди. Здесь говорю, пока что это не временный дом, это временное убежище. Когда мы найдем машину, мы сразу автоматом уезжаем жить в Майами. Охуенно. Ой, а это что за пассажиры ко мне приехали? Я спагетти готовлю. А я тут дерусь. Ну ладно, ща вырублю тогда, выключить. Ты можешь готовить, я уже всех перебивал. Да я не понял, как готовить, если честно. О, сосиски. Кастрюля с водой, миска, консервный нож. Я на самом деле не могу понять, как начать готовить. Уже лучше за морей. А тебя... А, ну да, тебя ж на карте не видно. Так, теперь. Так, она нормально, жить буду.
Что-то в себя поверил, когда чесак купил. Я в соседнем доме наверху. О! Спагетти готовится. Ты там спагетти готовишься, а я тут армию целую перерезаю. Нормально. Кстати, я понял, у меня, оказывается, часы есть. Все, я армию целую убил. Мне поцарапали. Стерильная ПВС. А, подгорает, подгорает. Не надо нам такое. Стиральная тряпка. Так, выключить. А холодильник, в принципе, работает, да? Да, холодильник работает пока что. Ну, пока... Пока есть такой вариант, пожалуй, весь хавчик скинем в холодильник, чтобы он не пропал. Угу. Бейсбол. Все, бейсбол надо выпить. Кстати, а бейсболом не часто не пользуйся. Привыкание вызовет. Нет, передоз. Нет? А, ну, блядь. Простыня, да, на ок. Я, передоз. Короче, сейчас похаваю. Тоже попью. А тут есть какие-нибудь рецепты там этот? Тут есть какие-нибудь рецепты? Рецепты, в смысле? Ну, типа, смотри, у меня сейчас консерва болоньезы, консерва картофельная, сардины, курица, ломтики хлеба, острых... Можешь просто смешать. Да? Да, тебе нужна сковородка стир-фай. А у меня есть сковородка-гриль. Ты не представляешь, что я нашел. У меня есть сковородка-гриль где-то была. Ой-ой-ой, что я нашел? Надеть. Взять в основную руку. Мне нужна помощь сейчас. Твоя. Сейчас, подожди секундочку. Кухонное полотенце, болонская колбасочка. А чё это? Где-то. Грусть. Найдите способ повысить настроение. Сейчас, блядь, пойдем ебало ломать. Томатная паста. Нет, так не поможет. Да? Ну ладно. Механический будильник. А, оказывается, у меня у самого мой механический будильник. Магический лес. У меня лютый перегруз. Жаровня, кастрюля. Мне нужна срочно твоя помощь, уходи из дома. В смысле, мы полностью уйдем с него? Нет, выходи пока что из дома. Ну все, сейчас, да, я в кастрюлю супа, блядь, положу. Все, бегу. Клоун, видишь, гость? Ебать, ты клоун. Просто я подходит близко, нажимаю пробел. Да блять! Козел порвал мне новую куртку. Мама узнает, убьет. А, блять, съебался. Блять. Шапочку бронили. Что у меня на голове, бля? Просто иди, иди, иди. Троих сразу. Лежает. Просто ногами долби их. А я не знаю, как ногой пробел, долбить. Пробел, пробел, пробел. А, понял. Но меня покусили. У тебя вкус опять? У меня умеренное кровотечение. Сейчас посмотрим по панели. У меня рваная рана и кровотечение. Укуса вроде не нет. Не страшно, жить будешь. Ну все равно это плохо. Рваная рана 25% заразится. Угу. Херово. Стерильно. Я тебя... Погоди, стой, подойди ко мне, козел. Сейчас, подожди. Все, и здесь стой. Я перевязываю. Нормальный коп, да? Прическа, ебать. Да, шляпу свою надень, она упала. Где она? А. Я... Ковбой. Это сюда, нахуй.
Так, чё тут? Золотое кольцо, джинсы, водолазка, кроссовки. Пошли. Распаковка сейчас будет. А ты меня перевязал, да? Я могу раны промыть? Дай мне... Двуствольное оружие и патрончики. Сука, не успел. Так, ладно, надеть. Да, но из-за этого у меня перегруз 27. У меня золотая цепь. Мне все равно. Так. У меня дискомфорт, боль, лопатка. Сырость, умеренный голод. У меня перелом, по-моему. А, это дискомфорт. Нет, это дискомфорт. Так. Давай, готовь меня. Готовь меня, шеф-повар. Надеюсь. Спагетти. В холодильник зайди, там все уже приготовлено. Взять в обе руки. Конечно, это ж ты готовил. Оп-оп-оп, потащили. Так. Давай попробуем что-нибудь приготовить. Я возьму сыр, томат, нет, лучше мне брать. Острый лучше соус и ломтики хлеба. У меня для этого все есть, говорю, лучше мне это делать. Положишься на место? Подожди, ну да, я попробую, я ж повар у нас будет. Сковородки нет. У меня есть. У тебя есть сковородка? По-моему. У меня жаровня, кастрюля, противень для маффинов, чайник, вилка. Блять, а где чайник, моя... Чайник бесполезно, можешь... А чё, воды набрать в чайник, чай поставить, не? Кипяток, чтобы был. Есть кастрюля. А, ну, блядь, логично. Ну, давай, короче, я сейчас курицу отварю. Где она, кстати? А, я ее уже взял. Как набрать воды? Набрать воду в кастрюлю? А в чём я поесть не могу? Кстати, я в чайник могу кастрюлю на... Ой, воды набрать, нормально, блядь. Ты можешь поесть вот это? Что? Ты долбоёб? Что? Это веревка. То? А где моя кастрюля с едой? Не знаю. Спагетти исчезла, ну ладно. Нет. В инвентаре посмотри, она в инвентарь почему-то убирается всегда. Нет, ее нету. Да? Так, включить... Не, стой, выключи, я тебя сейчас буду учить крафтить. Ну я просто кастрюлю с водой... Нажимай Б. Б. Кулинария. Так. Тут давай. Кулинария. Вот. О, бургер, но мне очень много чего не хватает. У меня О, у меня плавленого сыра нет, так бы я сэндвич приготовил. Да не, тут сейчас такое нам забабахло, вкусный стирфрайн. Ты слышишь, я готовлю. Короче, ладно, на, я в холодильник обратно складываю. Да, да, да. Блять, съебись. А, так, кастрюля супа. Кастрюля это я себе заберу. Курица. Потом ломтики хлеба. Я курицу хотел пожарить. Ой, сварить. Острый соус. Сыр. Картошку томат. Консервированную добавлю. Куричку туда добавлю. Так. Острый соус добавлю. Все, я такое сейчас забабахал. Ты почему не выключил? Забыл. Балбес. Так сгореть можем. Ну, а зря какую фигню забабахал. Кстати, а кейс же со собой взять, если что, можно, да? Да, но он... Дерьмо, у тебя рюкзак есть. Ломтик, баллон, скрин... А, это ломтик, баллон... А, блядь! Я два раза на одну и ту же хуйню повелся. Так, кулон инь-янь. Ну ладно, похуй, пусть лежит. Не, они пока что нам не мешают. Их мало слишком, чтобы они мешали. Взять труп, проверить состояние. Не. Подходи на них, открывай инвентарь. Ну, одеколон забрать нахуй. Да, он ничего не нужен. В смысле, ничего дезинфицировать им нельзя? Нет, смотри, подходи. Видишь демку, посмотри. Да, блять, не демка, я помню то, что можно было, сейчас, подожди. Майка... Порвать одежду? Порвать одежду. Да, это все. Все. Сразу. Носки, блять, рвём нахуй. Тут и трусы можно рвать, тут все можно рвать. Так, это окровавленный. Я порвал. Куртка убилась в ноль. Нет, тебя смотри. А что это за мешок? Берем одежду. Ладно. А, это мусорный мешок, его надо.
порвать. Сейчас я здесь порву тоже все. Так, все. Теперь пошли за мной. Где кухня здесь? Вот она. А, не туалет, уборная, уборная. Так, вот тут раковина есть. Где уборная? Там... А красивее. И никто не подожди. Бегает. Что, толчка нет, что ли? Что за хрень? Ладно, раковина. Подходим к раковине. Очисти тряпку. Все. Угу. Очисти тряпку все 9. У меня перевес, по-моему, да? Да, 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 у меня тоже перевес, это нормально. Боль, надо попить, стресс, грусть и голод. Кстати, я так и не пожрал, что-то там готовил. Аниме, потому что я закрыл штору. Мы на аниме. Короче, смотри. На демку можешь зайти? Да. Есть, да, да? Ну. Вот, мы где-то в этом городе, да? Ну. Но это очень отдаленная карта. Вот. Примерно мы видим примерно там. Поехали. Нормально. Да? А за синие кружки что это? Это места интереса, типа, вот, допустим, это домик кого? А это гейт комьюнити, как это домик. Короче, смотри, объясняю. Сейчас тебе покажу, где мы примерно. Я, конечно, не могу здесь наш дом найти. Вот, смотри, вниз. Вот они. Вот, мы как... Нет, вверх. Мы вот в этом доме. Нет, мы там не вот в этом доме, вот он. В этом, да. Вот, короче... и теперь смотри. Давай чуть вверх. Не-не-не, чуть налево. Налево. Да-да-да-да. И вот, видишь эти дома? Вот, в этом я заспавнился. Нам сюда надо. Я хочу зайти в этот дом, посмотреть что-нибудь интересное. Ты лег спать? Нет. Ну ладно. Блять, у меня тошнота как-то не по себе. Блять, что с моим персом не так? Что со мной? Ты бегает ходячий. Не так. Ты тошнота, короче. Ты. Можешь мне дать пизды, выруби. А, у меня 2 грязных бинта, блять. Все, ложись спать, ради бога. Да не могу я. Можешь теперь. Теперь я не могу. Снотворное сейчас фигану. Я не могу спать, потому что я недостаточно устал для сна. Потому что я тебя вылечил. Ай, блядь. Нет таблетки. Сука. Я тоже дам. Ой, бахну снотворного. И ты тоже добахни. И дропну. Только потом верни мне их. А мои таблеточки? Мои колесики? Не, нет. Забирай. Такого вот нельзя. Спать. Все, лезь спать. У меня не хочет. Ну, подождай там. Посмотри вот качество, где там. Сонливость, вот пока. Вот, посмотри, сонливость, она поднимается. Ну вот. А это, если поднимается, значит снотворное работает. Жди, пока ты не... Вот, кликай на кровать, пока ты это, не сможешь заснуть. Тебе смотри карту. Смотри опять, да. Сейчас, подожди. Мы вот в этом доме. Ну. Нам просто напрямик бежать через этот. Я понимаю, в твоем доме может быть что-то реально будет ценно, но зачастую в стартовых домах ни хренашеньки нет. Нам нужно перебежать весь город как-то по кустам вот до сюда, вот до пляжа. Это наша первая задача. И потом медленненько, спокойненько мы идем по пляжику, даже не обращая внимания на что, только там ходящий иногда будет появляться. Нихуя себе ты, блядь, идею подкинул. Сейчас, подожди, просто... я спать лягу. Сейчас, не двигай вот, ничего. Просто вот до сюда, ну, грубо говоря, вот по пляжу, вот до сюда. Охуеть, ты чё, ебанутый? Этот дом идеальный. Знаешь, блядь, по-моему, проще переродиться. Тихо. Нет, не проще. Знаешь, почему не проще? Почему? Потому что ты спавнишься просто в городах. Все, будильник. Все, вставай. Мама, мне ко второй. Мама, надо срочно смотреть телевизор.
Там Человек-паук идет. Да, 5 часов по утрам. Зато у меня грусть как раз-таки, я зато выспался. А у меня Сесть просто нельзя. взволнованность. Я волнуюсь, на заводе дрожь в руках. Незначительная боль, кстати, да, надо перевязать. Шея. А чё, у меня шея болит? Подожди, у меня Поспать. борода выросла. Да, тоже может быть. Снять повязку. Ты будильник свой вырубить не хочешь? Я его выключил. Норм, поспал, я шею себе повредил. Ну как в реальности, мне теперь боль в шее. Блять, меня заебал этот будильник. Он у меня именно работает? У меня, на, попробуй выключить самого. Все. Так. Братан, ты это, не убегай. Кстати, не советую стрелять. Ты в курсе. Ты промахнешься, но поверь, будет не самое лучшее время. Так, я заранее сразу выну все коробки. И патроны. Блять, я же вытащил магазин. В Ну так все смысле? онлайну. В смысле? Во-во-во, короче, бежим. Там типа один пистолет. Этот Да, был? там, да, был. Готовься к Коломбайну. Ага, понятно. Сейчас, подожди. Бежим, просто бежим, Да все, подожди, бежим. блядь! Бежим к пляжу. Бежим к пляжу, выходи. А чё, мы все это оставим просто так, что ли? Да, иначе никак. Все. Блядь. Давай, брат. Пошли. Бежим к Блять, мы пляжу. всю еду оставили, я не могу ее там оставить. Книгу, забери еще мою книгу. Мои книги. Ага, у меня еще и патроны, оказывается, закончились. Ну ладно. Так, взять в обе руки, погнали. Все равно нам надо забрать, мы... Не-не-не-не-не-не. Все, мы потеряли, все, пошли. Найдем новую. Через кусты просто беги, просто беги. Просто бежать. Нет, просто беги, говорю. Все. Я тебе Блять. говорил, что стрелять здесь запрещено без нормального количества патронов. Да, я думал, у меня нет... Ой, типа, я специальный магазин Беги, просто вытащил. беги, просто беги, просто беги вперед по дороге. Да я бегу. Я буду отстреливаться иногда, чтобы их меньше становилось. Вот это экшен. Такого экшена ты хотел, да? Да вообще да, но чтобы было хоть какой-нибудь шанс на выживание, блядь. Пристановись немножко, не беги. Не-не, иди просто, они тебя не догоняют, когда ты идешь. Мне просто перезарядиться надо было. Просто вперед по дороге. Ебать, столько еды проебали. Да найдем новую. Там был, сука. Это знаешь, когда заходишь в такой Все, теперь большой... смотри и слушай меня. На корточке и в кустике. И вперед, просто иди вперед. Я просто шаг за шагом за тобой буду идти. Да, через кусты желательно, вот так вот, через кусты, чтобы... Меня преследует баба какая-то. Меня тоже не поверишь. Все, пизда. В смысле? Меня укусили, блядь. Я Вы че? кепку свою проебал. Тебя укусили именно укус? Сейчас посмотрим. Да, укус кровотечения. Ты где? Ой, мама родная.
Все, я умер. Пусты. Тебя в шею укусили? Да. Иди ко мне. Все, я умер. А, и ты меня хуйнул еще, да? Нет, я тебя не могу. А я... А я... Могу сейчас с этим зомби управлять? Нет. Блять, ну так неинтересно. Ладно, продолжим. У меня осталось 8 очков. Че, заново создать будешь? Ну да, я сейчас этот... Теперь курсы... По первой помощи и... гимнаст, нахуй. Я буду... Взломщик. Взломщик я, не создавай взломщика, взломщик я уже. А, создай, ну ладно. Полезный, да. Тогда... Ветеран. А, нет. Ветераны, ветераны, бери ветерана. Окей. Ты будешь просто машиной для убийств, грубо говоря. Железная психика, не паникует. Блять, где ты раньше был, ёпта? Неспешный водитель, нахуй. Вот. Слабый желудок. И слабый слух. Нет, не пацифист. Повышенный аппетит. Слабый иммунитет. Его, да? Слабый иммунитет. Да, да, да. Так, быстро обучаемый кидаем. Ну, у меня только быстро обучаемый получится, и все. А быстро обучаемый книголюб надо тебе каким-то образом добить. И книголюб, да? Угу. Так, мне надо еще минус 2. Так, плюс 2. Близоруки, нахуй. Все, я в ноль. Да. Короче. Надеюсь, не против, если все наше старое место жительства немножко подредактируем. Ну, где наше... Подожди, наше, ты сейчас наше... с читами туда полетел? Да. Ха. Просто, грубо говоря, ты умер, а еду-то хочется забрать. Да понятно. Так, а где я появился-то? Я не с читами, я просто с год-модом. Фу, гост-модом. Я невидимый просто. Я понял. Так, а где я? Ёб твою мать. Подожди. По кустикам, по лесам. Вот а так, это получается, я недалеко от тебя, мне кажется. И от того дома. Недалеко. Так, я сейчас 4 простыни заберу. У меня, кстати, все армейское. Я же военнослужащий. Короче, знаешь, чем плюс твоего работы? Полотенце, че? Устойчивость к стрессу. Да, я видел. И урон повышенный будет. Нам нужен мусорный пакет, да? Хорошо, да, я взял. Я взял. Сейчас тут поубиваю. Ебать, или? У меня огромный дом. Инхаус же. Это офис, блядь, какой-то. Тут терминал есть. Все, я в домике нашем, просто буду сидеть и ждать. А я чисто... Ну, короче, зайдешь за мной посмотреть. Так, мусорный пакет, пустая бутылка, это я забираю. Карандаш. Блять, вообще ничего нету. Пустая бутылка, осколки стекла, мусорный пакет забрать. Я в кафе, по-моему, блять. Ну, говоря, вилка была в глазе. Не тот выбор сделали. Подушка, простыня. Ну, простыня не надо. Полотенце есть. Блять, слышь, да это огромный дом. Я, по-моему, в нем заблудился. Ты можешь за мной подсмотреть? Ты в полицейском участке заспавнился. Да? Да. Да, это, по-моему, и хорошо, и плохо одновременно. Да. Блять.
книга. Ты это за мной смотришь? Нет, я в нашем домике сижу. Я, короче, пока мусорные пакеты пофармлю. Уже не пофармлю. Так. Полотенце. Тут нету ничего, блядь. Просто нету. А, я на улицу вышел. Нет, спасибо, я пока не хочу. Полотенце. А нам полотенце вообще надо, нет? Полотенце? Да, у меня тут их штук 40, блядь, наверное. А, платок может быть понадобится, но полотенце... А, да, полотенце можно влагу убирать. Ну, у меня их, короче, я 3 штуки взял и 5 простыни. Так, тут я был уже. Блядь, тут комнаты все одни. Это, по-моему, нихуя не полицейский участок. Это, блядь, отель какой-то. Ты просто, если что, скажи, куда мне бежать. Потому что я нихуя не понимаю. Так ты по карте можешь на М нажми. Да карта у меня-то наполовину этот, как его. Или это из прошлого прохождения. А, все, я понял, где наш дом. Я метку хочу поставить. Ладно. Я понял примерно, где. Да, это кафе, это нихуя не полицейский участок. Блять, почему кофе машину с собой забрать нельзя? Можно. Как? Ну, она очень много весит, надо с машины ее забрать. Блять, я окно открыть не... Ой, дверь открыть не могу, тут все заперто. Блять, я выбил дверь и порезался. Охуенно. Да, надо предметом выбивать. Знаешь, сколько мы зомбарей прогрузили? Сколько? 600. Охуеть. За нами 600 зомбарей бежал. Да не, вряд ли именно за нами, потому что я-то тоже... Так, что у нас в мусорке? Мусорный пакет, пустая бутылка тоже забираем. Когда я устраивал Колумбайн, на... Она что, не приготовлена? Не знаю. Короче, когда я устраивал Колумбайн, я этот убивал по 1000 зомби. Охуеть, тут трупаков. Ну да, это я еще отстреливался параллельно. Подожди, я уже в нашем доме, что ли? Нет. Да, ты вниз иди. Да, я понял, подожди. Hello, Mir. Салам, блять. Блять, мне надо к своему трупу. Да я ебал нахуй. Надо этот. Я до дома добежал своими силами. Я не знаю, почему я через кусты побежал. Надо мой труп найти будет. Он убежал. Да, кстати, ходящий труп. Так, блять, у меня там и 2 гитары было, ё-моё. Помнишь? Помнишь, я тебе говорил про то, что укус в шее равно смерть? Да. Если в течение 30 секунд не перевяжешь, то все. Понятно. Поздравляю, твоя первая смерть. Спасибо. Поздравляю, у тебя все сбросились навыки. Спасибо. А еще тебе, знаешь, что поздравляю? Я тебе даю админку. В смысле? Чтобы ты меня видел на карте. Типа мы засосемся сейчас? Все, ты модератор, поздравляю. Угу. Видишь меня на карте? Да. На спину надень. Да подожди, да я хотя бы ее заберу. Так. На, вот еще. Ой, блядь. На еще вот, это мне не надо. Вот, это мне тоже не надо. Я мармеладку съем. Да и весь, блядь. Простыня. Ты мне без магазина отдал или с магазином? С магазином, да, внутри. Я стреляю, прицелился еще так. Мотко прицелился. Ой.
Специально магазин вытащил. Самый умный же. Да, самый умный. Так. А, кстати, тут же ж есть нож. Нож где-то лежал. Вот, нож для хлеба. Хотя бы его использовать, блядь, как этот. А тут сзади в крысу можно подходить? С ножом, да. Нож, у нее есть уникальная механика. Ты сзади подходишь и можешь ваншот начала. Да? А ну, Да. давай, короче, я вспоминаю Вьетнам. Так, стой, какой Вьетнам? Видишь, зомбари? Выходи на Нет. улицу. Одевайся в хорошие предметы, которые дают плюс защиты. Ага, видел бы я их еще. Ну вот, А, ну на вот, предмет. Куртка, мешковатые допустим. джинсы, Зеленые, надеть. зеленые, зеленые, они такие говорят. Ну понял, да? Так, золотое кольцо. Ебать, это мы бежали и хуярили их, что ли? Нет, это я их фигарил, когда ты готовил, пытался. Так, обувь с пряжками, это что такое? Плюс 10, плюс... О, плюс 10 и защита от укуса. Надеть. Ой, как их здесь много, они на меня заагрили. Юбка до колен. Это ты сейчас закричал или что? Да. Охуеть, братан, бежим отсюда. Не-не-не, нормально. Ты уверен? Да, я уверен в своих силах. А я нет. Уйди, 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 вообще. У тебя оружия нет для этого. Так, знаешь, что я думаю? Надо немножко перебежать. Пошли вокруг дома. Пошли. Ходим. Так. Блять. Ты... Там у тебя много? Ну, как тебе сказать? Ой. Да. Слушай, давай пешком, просто пошли. Я, в принципе, весь хавчик забрал. Да я тоже весь хавчик забрал. Не лезь, пожалуйста, ты сейчас так же помрешь. Я по ним просто не могу попасть, если ты так делаешь. Ой-ой-ой, вот этого не хотел вообще делать. Ты чё? Да так, беда. Нож для хлеба, блядь. Там мясо, да? Нет еще. А, мясо очень быстро просто. Андрей просто пиз... Ух, ёпта, сзади, 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 Андрей. Ты где? Куда ты? Ты убежал? Я с ними дерусь, нет, я с ними дерусь. Я в помещение захожу, или тебя я ждать? Я уже их всех половину переубивал. Ебать, с них дроп сыпется просто, блядь. Блять, у него каска есть. Да, блять, ты заебал. Ну пушка, озвучка, да? Ага. Так смешно, реально звучит. А, блять, иди нахуй. Блять, я из-за всей этой веселухи пить захотел. Кто живой? Я хз, кто живой, но надо что-нибудь позабирать. Клип, а галстук, костюмы, туфли, форменная рубашка, каска. Ой. Защита от укуса и царапин. Но это я заберу. Блять, ты тут тип, конечно же, подъебался нахуй. А ты смотри, что с них можно забрать, интересно. О, он пропустил меня, он пропустил. Блять, бабка, отстань.
А, все, 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 забей. Что забить? Приключение закончено мое. Ты умер? Еще нет, но я очень быстро к этому приближаюсь. Я на втором этаже, и у меня толпа тут просто. Так, пистолет, где мой пистолет, блядь? Где пистолет? Нож для хлеба сломан. Я сейчас уведу их, я сейчас уведу их. Достать, блядь, как его... взять в основную руку. Все, пизда. Все, я умер. А нет, я живу, давай, уйди, уйди нахуй. Тварь ебаная. Они меня толпой зажали. А и все, они меня сожрали. Я слушаю. Ча? Слушай, я убегаю куда-нибудь, куда глаза глядят. Где меня ждут? Слушай, а я могу на волхаке к тебе прилететь? Да, тэпайся. Сейчас. Я, короче, опять беру военного, потому что он меня приколол на самом деле. Ветеран. Слушай, хорошая новость. Я нашел машину с ключом внутри. Да, а у нас проблема. То, что на моем трупе сумка. И он попиздил. По-моему, за тобой. Так. Минус 8. Неспешный водитель. Другой вопрос. Машина-то целая? Да, идеальная. Вопрос по топливу другой. Так, астматик можно такое, да? Бензина. Бессонница, высокая жажда, длительность... Я нашел на машину, но у меня бензин. А, ну жажда это не так плохо, в принципе, повышенная. Так. Кинолюб, ой, блядь, книголюб, и чё нам надо? Мозг, мозговитый, быстро обучаемый. У меня еще одно очко. Ладно, похуй, погнали. Ну, отлично, это, думаю, для некоторых. Так. И опять я пустой, епта. И где я очутился? Сколько можно? Я, по-моему, в одном и том же, блядь, округе появляюсь. На карте посмотри, где я нахожусь. Погоди, я ищу заправку. Апельсин свежий, заебись. Домой. О, микроволновка тут есть. Так, вилка для мяса. Будет использована как оружие. Пиздец. Заправка новая, заправка недалеко от нас. Прям, ну, охуеть! Тут, короче, я столько книг нашел. И все курсы разные. Может, сейчас очень хорошая новость. Какую? Скажи то, что ты дал пизды моему трупу и забрал у него всю еду и все вещи. Нет, я сейчас пойду просто. Бля. И добуду нам бензин, и мы просто доедем до твоего трупа, и если что, сможем уехать. Да. Сумка, металлический лист. А пизды мы там не отгребем, нет? Да, бутылка. Бюстгальтер. Клавиатура, маленький бюстгальтер. Блядь, да ты кто мне там звонит? У меня еды много, не забудь. У меня еды с собой много.
Я в кастрюлю просто налью бензина. И налью бензина. Блядь, за мной зомби смотрит, наблюдает, понимаешь? Я сделал это, ничего не могу, он смотрит за мной. А руками его, если он один? Нет, он через окно смотрит. Где ты? Ой, я за тобой сейчас могу приехать, если все получится, говорю. Ну давай. Там один башкой пытается разбить этот. Так, у меня на территории 3 зомби вижу. О, как ко мне прошли. Ага. Ну ладно, похуй, закроем дверь. Пусть будет так. Я, в принципе, могу сейчас улизнуть. Очень много книг, братан. Очень много книг. Так, ну, говорим, мы потом будем просто кататься и их собирать. Курс первой помощи, второй том. Курс строительства, первый том. Так, а чё тут у нас? Журнал поварёнок, блядь. Кроссворды. Пульт от телевизора. Я бегу к заправке, бегу. Так, мы можем метку поставить, типа, друг другу? Нет, не можем. Ай, ебать ты от меня дали... Подожди, стоп, а где я? Я себя не вижу на карте. А, ёб твою, ебать, я далеко. Да, да. Есть полностью. Сейчас пожарем. Я зашел в очень маленький домик, прям милипиздрический. Тут нету нихера. Может, тут еще интересно. 3-4 бутылки соберу. А оружейный кейс это хорошо? А? Оружейный кейс это хорошо? Да, там оружие валяется какое-то. Да, заебись. Так. Это, скорее всего, ключ от дома, где я сейчас нахожусь. Так, оружейный кейс. Избивательные червяки есть полный. Поставить. Револьвер Магнум. Так, подожди, а я же могу его в кобуру кинуть, правильно? Так, переложить в контейнер. Да, кобура есть туда. Так, взять в дополнительную руку, добавить в избранное, переложить. Блять, а как посмотреть, сколько у меня патронов на нем? Андрей? Никак. Насчитать руками. Ну, либо навестись на него, там должен быть показан. Патрон 0 из 6. Ну, вот я ответил на свой вопрос. Да, но только у меня же еще и патроны. А, патроны? Так там, ты, если пачка у тебя патронов, то у ты меня должен пачка патронов. Открыть ее. Блять. О, да, я нашел, что искал. Поставить. А? О, да. О, да. Ты не представляешь сейчас мою радость. Можешь бутылку от белетеля выпить? Нахуй надо. И ты умрешь. Я знаю. Так, взять штуку, взять все. Вот. Короче, я не нашел. Я не могу перезарядить ствол. Ля. Журнал «Инженерный выпуск». Журнал «Найди слова», блядь. Ну, возможно, я уеду. Без меня? С тобой. Только сначала я доеду до заправки, заправлю машину на полный бак. И потом доеду до тебя уже. И это будет просто успех. Ты не представляешь, какой это успех. Только знаешь, в чем проблема? В чем? Нам нужно найти журнал. Надо сейчас, вот когда мы машину заводим, съездим до нашего дома. Какой именно журнал? У меня их 4 штуки. Журнал по генераторам. И, ну смотри, у меня газосварка, инженерный, найди слова, поваренок. Газосварка, инженерный, все вот эти интересные... Короче, твоя задача будет все собирать книги, кроме повторок. Я барахольщик, мне похуй, я собираю все, что вижу.
Повторки нам не нужны. Ну я понимаю. Блять, как зарядить? Я жму на коробку патронов и ничего не происходит. Переложить ты в контейнер. Ее открыть. А как ее, блять, открыть? Б в крафтах. А, ёб твою мать, как либо всё так, сложно. Либо и правда. Охуеть. Сделать панаму из газеты. Нихуя так тоже можно. Да. Создать панамки. Максимум. Так, я сделал. Теперь. Берешь магазин в руки, и, либо же правку на комнату. А, у меня револьвер. А, ну у тебя револьвер просто. Так, теперь. Револьвер. Вот, зарядить, наконец-то. 2, 3, 4, 5, 6. А можно сделать его в быстрое меню? А? Можно его сделать, типа, в быстрое меню, чтобы он его достал? У меня, типа, есть одна кобура из трех, как я понял. Ты должен ее надеть. Блять, но это ремень, правильно? Да. Вот, он у меня есть, он у меня одетый. Ну, должна она проехать хотя бы 10 метров. Предложить в контейнер. Редактировать предмет. А что это значит? А, нихуя себе. А, это админская фигня, лучше не трогай. Хо-хо-хо! Фу-ху! Какая прикольная хуйня. Я завел ее. Отлично, победа. Лучше бы ты девушку завел. Так, медовина грустная. Так, ладно, погнали. У меня, короче, режим, блядь. Solid the Snake. У меня режим, я нашел машину, я могу ехать. Подожди, ща. Там толпа была. Я вилку возьму. В глаз? Да, блядь, и в попу раз. Так. Взять в основную руку. Мне же надо чем-то обороняться. Так, одного вижу. Он. Ебать, тут дом огромный. Тут тип какой-то кружится. А, тут их толпа. Еще давайте скажите, что он меня увидел сейчас, да? Нет, не увидел. По-моему, мы тут были. По-моему, мне капец. Я ничего не вижу. А дом такой хороший, классный. Я очень много консерв вижу, но мне нужен ножик, хотя бы хлебный. Губка, кастрюля супа. А скалка хорошее оружие? Говно. Блять. Блять, да не открывай окно, ёпта. Я, короче, занял свой второй уже дом. Так. Карандаш, курсы автомеханики, том 2, курсы ферменства. Я ванную нашел. Так, мне бы посмотреть, где я сейчас нахожусь. Ёб твою мать, не в том квартале чуть-чуть. А, ебать, тут очень охуенно подготовленный дом есть. У него окна заколочены, по крайней мере. Это дом выживальщика называется. Ну, а там труп, этот, как его, там зомбарь сидит. Ебать, а в него вообще попасть нельзя, что ли?
Типа, блядь, у него все окна забаррикадированы и двери. Не иди ко мне. Да я как-то сейчас и не собирался, знаешь ли. Просто советую, пока что не иди ко мне. Блядь, я хочу взломать этот дом. Он классный. Блять, а можно камень там взять? Я хуй его знает. Да, можно его найти. Я хочу найти камень, чтобы разбить окно, блять. Потому что у меня что-то моя мастерица разучилась взламывать... Ой, блять, открывать окна. О, ну хоть дверь открыта. Так, теперь мне нужна твоя помощь. Да? Сядь в доме, где нет зомбарей, и веди меня к тебе. Ну, давай, сейчас... Я как раз только в дом зашел. Сейчас я сначала проверю все комнаты. Блять, было бы еще что-нибудь видно. Так, тут сразу две кровати. Журнал, все хуйня. Налево, направо. Поворачиваем поворот. Понял. Короче, смотри. Давай. Просто ебашь. Ебашь вперед. Что это, топор? На плюс В. Кувалда, я нашел кувалду, погоди. Ну давай, мы сразу сейчас зарейдим соседский дом выживальщика. Не, мужик, кувалда, это все, это победа. Это самый лучший инструмент в игре. Вяленое мясо. Спагетти. Нет, мы зря здесь не будем, мы отсюда уезжаем, я больше здесь не хочу быть. Да я хочу, блядь, взломать его дом, посмотреть, что там. Запомни просто, запомни, где он и все. Да, блядь, он рядом со мной. Я запомню, где он, мы потом к нему приедем. Надо сначала доехать до дома нашего. Ну, как будет. Давай, вперед, едь. Ты просто меня сейчас подберешь, да? Да. Давай, направо поворачивай. Все, стой на повороте. Я на перекрестке. Да, я на перекрестке стою, прям в середине. Я за тебя. Да, я понял. Да не, садись с другой стороны, пассажир, пассажир. Отъедь чуть-чуть, отъедь тут чуть-чуть, давай сюда. Садись. Просто подожди. Да все, погнали нахуй отсюда. Кинь в... О, сигареты, то что надо. Кинь в этот, как его... сюда какое-нибудь оружие тыкальное, блядь. Я бы с радостью, но я за рулем. Ах, да ладно. Вот этого не было. Вот они, домики. Где какие домики? Справа будет наш дом. А, я вижу. Самые первые, что ли? Да, вот это справа наш будет. Так, ну чё? Если чё там есть... Ох, ёб твою мать. Чё, там много их? Ну, один точно есть. Вот тут вот. Не, здесь их много, кстати. Да, блядь, ты охуел! Я только начал игру, блядь. Мешаешь, уи. У меня нож сломался, еще и так не вовремя, блядь. Где-то еще долбить. Не в туалете, на втором, значит. Царапина. Так, а как пластырь наклеить? Пластырь? Да, у меня пластырь есть, там написано, нажмите ПКМ. Ну, по ранке ПКМ. А, погоди, так он здесь, уйди.
Так, ну я остановил кровотечение, все. Все. Че тут? Очень незначительный урон, нормально. Так, все, теперь это наш дом, да? Да, все. Охуеть, тут книг тоже нормально. Я вот. Тут, на телек сядь ко мне. Все, так, сесть на землю. Смотри, я сейчас буду просто скидывать все книги, которые я нашел. Скидывай пока что сюда, да, на пол. Они не пропадают. Так, патроны, радио, блядь, какое-то. Так. Ебай, вот они все, ёпт. На. Просто, блядь, на. Да скидывай, скидывай. Курсы газосварки, блядь. Курсы автомеханики. А, кстати, я тебе собачью еду взял. Ты ж просил. Да. Ой, ёпта мать. Домашняя порно, блядь. Журнал. Авто. Пока что все сюда скидывай. Все инструменты будут у нас не в туалете. У нас гараж есть для этого. Здесь что-то есть из этого? Вообще... Пила, молоток, кувалда, тук отбеливателя. Я еще какой-то CD-проигрыватель WildX, блядь, нашел. Смотрите карту, погоди.